Батон имераби, батон Георги, батон имераби порти супросия, батон имераби та дастурцима сро. Ях тай бутно да Ираки приказес, да огневи, хо и я. Да твитон патрони. Из батона гоматла. И савен то гогоеби сави да клукши. Ги, слушай, передай, пожалуйста, Тинане, чтобы не злилась. У меня просто сегодня очень важная съемка на яхте. Перангит, гогоеби да ивода. Касагеби, значит так, опросить всех моделей, может они заметили что-то подозрительное, а я к этому Куэрикадзе. До встречи. Давай. Я тебя умоляю, выключи эту гадость. Выключи. Аглая Ильинична, у нас проблема. Гостья на завтрашнее шоу сорвалась. Что будем делать? А ты меня об этом спрашиваешь? Вас. Я вот хотела узнать, за что ты зарплату получаешь? За длинные ноги? Твоя задача обеспечить гостя. Ты с ней не справляешься. Не справляешься? Иди вон. Вы меня увольняете? Да, я тебя увольняю. Потому что не терплю бездарностей. Ксюш, так какие гадости обо мне пишут? Гадости, не гадости, а миллион просмотров на Ютубе. Терпеть эту Настеньку не могу. Зазвездилась, не ожидала от нее. Хамка. Больше не буду смотреть ее шоу. Отвратительная тетка. Что это вы с утра читаете? Криминальное чтиво? Привет, Денисов. Больно. Ой. Ты мне хочешь мозг проломить? Глашенька, прости. Я тебя прошу, я сама доделаю. Кисточку не трогай. Глашка, ну я же случайно. Уходи. Успокойся. Ты не права. Уходи. Вон, пошла отсюда. Что случилось? Вчера ты устроила дебош. Сегодня наорала на гримера. Только что. В коридоре я встретил редакторшу, которая сказала, что ты ее уволила. На, наслаждайся. Ничего я читать не буду. Будешь? Послушай, сейчас ты выйдешь в эфир с извинениями перед телезрителем. Ага, и когда Энко вырвал себе сердце. Давай оставим Горького на потом. Дорогая моя, я не закончил. Ты выйдешь в эфир с объяснениями. И придумаешь самую душещипательную историю, чтобы все сочувствовали и рыдали. И таким образом вернешь зрителя. Ясно? Ясно. Заканчивай пить. Тебе это совсем не идет. Ты теперь своей Настеньке будешь давать указания. Чего? Какой Настеньке? Длинные волосы, длинные ноги, 2 килобайта интеллекта. Это редакторша, которую я только что уволила. Ксюша, оставь нас на одну минутку. Угу. Жаль вас покидать, но ничего не поделаешь. Послушай, это смешно. Я даже не думал, что ты опустишься до такой банальной ревности. А кто тебе сказал, что я ревную? Ты знаешь, я вдруг подумала, а почему мы с тобой до сих пор не женаты? Ну, 5 лет вместе как-никак. Ты знаешь, а я думал, что ты этого не хочешь. Ха, мне просто никто не делал предложение. Может, это потому, что я не могу иметь детей? А у Настеньки 3-й месяц. Бог Настеньке в помощь, я здесь ни при чем. И ты прекрасно знаешь, что кроме тебя мне никто не нужен. Значит, ты отрицаешь? Я что, гость в твоем телешоу? Нет. Ты гость моей жизни. Я единственному тебе рассказала свою прошлую жизнь. Потому что доверилась. Потому что думала, что ты единственный. А ты ударил по самому больному месту. Счастливого тебе отцовства, Денисов. И освободи, пожалуйста, гримерку. Аглая, я говорю тебе, не дури. Привет, Ксюш. Здрасте. Алло, Свет, привет. Скажи, у тебя сохранилась та визитка, ну, которую тебе Настенька дала? Да-да, гинеколога. Освободи, пожалуйста, гримерку. Мне нужно собраться с мыслями перед эфиром. По поводу извинений, ты меня услышала. Это я тебе не как гость твоей жизни говорю, а как руководитель канала. Я не глухая. Будет тебе шоу. Все обрыдаются. Thank you.
Спасательная операция продолжается. Тела членов экипажа и, как мы предполагаем, охранника вашего друга в морге. Что касаемо самого гражданина Огнева, его тело пока не найдено. Ты ищи, сынок, ищи. Я деньги дам, скажи, сколько нужно. Денег не нужно. Вадим, Вадим, он мне как брат. Задействованы все силы, но в том месте сильное течение. Работает комиссия, пытаемся установить причину взрыва. Может, вы еще что-то вспомните? Кто знал, все сказал. А гибель моего дорогого друга – трагическая, непоправимая случайность. Теперь мне с этим жить. А девушка? Я не понял вас, командир. Начальник смены сказал, что на борт судна были транспортированы девушки из модельного агентства «Грация». И с таким же успехом они были возвращены все на землю. Все до единой. Спасибо, на сегодня все. Если появится что-то новое, мы вам сообщим. Ну и вы, в свою очередь, помогаете нам. Командир, я первым перегрызу горло тому, кто унес жизнь моего друга. До свидания. Всего доброго. Я не знаю как, но я должна позвонить сестре. Нельзя. Пусть думают, что мы погибли. Ты что, совсем дурак? Она же с ума сойдет. У нее кроме меня никого нет. Прости, но на этот корабль не я тебя позвал. Давай скорее, нам нужно в отель попасть раньше, чем они. Слушай, это твой друг хотел нас убить? Не нас, а меня. И давай помолчим. Что теперь делать? Не высовываться и во всем слушаться меня. А если я откажусь? Тогда тебя убьют. Чего не зашел? Не хотел с ментами встречаться. Есть-то? Ничего и никого, только вот. Что это? Девка из модельного, которая не вернулась. Обидно, что толку от нее никакого не было. Нажралась виски и всю каюту обливала. Я ее видел, а утром пришел этот сутенер, руки дрожат, говорит, мол, никто ее не видел. Чай, пожалуйста. За телефоном она не возвращалась. Да, простите. Может, с испанцем того. Адрес узнал? С минуты на минуту. Сразу к ней домой. Продолжайте искать. Пляжи пустынные прочесывайте. Рыбаков расспросить. Отправь людей на вокзал. Автостанции. Уже батону. Все и везде. Но думаю, они мертвые. Да кто после такого выживет вообще? Думает он. Пока его труп не увижу, спокойно не усну. Он, падла, живучий. В гостиницу кого-то отправил? Зачем? Действительно. Зачем? Быстро в гостиницу. И не дай бог, если они уже там были. Я с тебя кожу сниму. И живем. Спасибо большое за то, что пришли к нам. Спасибо за вашу откровенность. А теперь я бы хотела обратиться к зрителям. Ровно 20 лет назад погиб мой отец, майор Илья Ильич Калинин. И я, 18-летняя девчонка, осталась совсем одна. После этого я пережила очень много предательств, расставаний. Я перестала верить людям. И 5 лет назад я встретила человека. После стольких лет одиночества мне показалось, что именно он поможет мне выбраться из этой ловушки. А вчера я узнала, что он мне изменяет. И его любовница беременна. И я сорвалась.
непозволительно вела себя с героиней вчерашнего шоу. Потом напилась, устроила драку в баре. Мне стыдно за омерзительное видео в интернете, от которого самое противно. Пожалуйста, простите меня за мое недостойное поведение вчера. Вы — это единственное, что у меня есть. Какая дрянь. Я вас прошу, оставайтесь, пожалуйста, со мной. Спасибо вам большое. С вами была я, Аглайка. Лицемерка. Хотя жаль ее. Узнать такое в день памяти об отце. Ой, а чей жалеть-то? Холёная, и снелика не вылазит. Богачка, пойди, страшная. А мужик изменил, эко невидаль. Трагедию разыграла артистка тоже. Ха, интересно, что бы она сделала, если бы узнала, что сын ее жив, да еще таким красавцем вымахал. У нас с Юрой был бы мальчик и девочка. Ты помнишь про наш уговор? Помню. Все я помню. Я никому ничего не скажу. Только увезите меня отсюда, пожалуйста, или убейте! Саша! Девочка мертвая была и мальчик, но он вдруг запищал. Как его зовут? Глеб. Я его хочу видеть. Лидия Николаевна, не надо этого, слышите? Я вас умоляю, не надо этого. Только меня убьет, Лидия Николаевна. Оставьте их в покое, слышите? Оставьте, не трогайте их. Я знала, чей Глебушка сын, и деньги у нее брала за то, что я молчу, слышите? Лидия Кто такая Нелка? Мать, мать, Лидия, я прошу. А ты змея, Глафира, и в квадрате. Я знать ничего не хочу. Внук мне мой нужен. Время тебе даю до завтра, а то я Аглае все расскажу. И она со своими связями его быстро найдет. Теперь вон! Пошла! Привет. Привет. А Алки дома нет? Я звоню, она мне не отвечает. Да что ты к ней прицепился? Ну, не отвечает, значит, не хочет. Ты решил круглосуточно ее вычислять? Маш, вчера на яхте был взрыв. Есть жертвы. Клянусь, это не я. Спала всю ночь, как убитая. Тимуровна свидетель. На этой яхте были девушки из Алкиного агентства. Всех привезли в город и опросили. Только одна Алка не отвечает. Не отвечает, значит, не отвечает. Еще что-то? Гия, может, хватит за ней бегать, как собачонка? Ты позвони, если что. Угу. Войме! Войме! Вот! Проворонили? Все из-за этого платья. Доброе утро, Тамара Тимуровна. Скажите, пожалуйста, а вам Алка случайно не перезванивала? С какой-то радостью. Просто она ночевать не пришла. Я переживаю, на звонки не отвечает. А может, она ночью пришла, а утром понесла свою тут? Дашь Милку. Нет. Тетрашка. Она мне свои ключи оставила. Слушай, лучше сделай мне чай. А то через 2 часа заказчица придет. А у меня подол не сделан. Там черти какой подол. Так может, я вам помогу? Точно. Чай подождем. Иди сюда, я на тебя платье одену и на тебе все сделаю. На, держи. Давай переодевайся. Давай. Ага. Thank you.
Доброе утро. Доброе. А вы откуда? Я откуда? Я из этого номера. Я в бассейне была, а ключ в номер забыла. Да вы что, так яичники можно простудить. Вы бы сразу на ресепшн пошли. Да ну, в таком виде. Здесь и не такие бегают. Спасибо вам огромное. Только иди сразу в душ. Прям сейчас сразу в душ. Отогревайся. Четыре, пять, пять, шесть, решетка. Маш, привет. Меня никто не искал. Алка, у тебя совесть есть? Есть, но никто не должен знать, что я живая. Особенно Тамара с ее длинным языком. Если вдруг спросит, скажи, что звонила не я. Что это за номер? Я не могу долго говорить. Просто сделай так, как я тебе прошу. Поняла. Но может, ты мне все-таки объяснишь, что происходит? Повторяю, мне некогда говорить. Я просто тебя очень прошу, спрячься где-нибудь. Беги в детдом, к тете Нане или к Ирине Сергеевне. Шлендра объявилась? Нет. Нет, это не она. Ты мне голову не заговаривай. Что вы там еще придумали? Я слышала, как ты сказала Алка. Это другая Алка. Mm-hmm. Знакомая моя из Швейного. Ее просто тоже Алка зовут. Mm-hmm. Тамара Тимуровна, вы скоро? Вам долго еще? Стопэ! Я сама открою. А то рюшики разойдутся. Добрый день. Добрый. Я бы Аллу хотел увидеть. Ха, ее все хотели бы увидеть. То есть вы хотите сказать, что ее дома сегодня не было? А вы что? Что? Из полиции. Да, да, но если можно тише. Она что? Что-то натворила? Ну, мы точно утверждать ничего не можем, но... Да игралась. А я ей говорила, шлендри модели недорезанной. А почему модели? Придумала себе, что мировой звездой будет. Так вот, я говорила ей, что ни рожи, ни роста, а ее подиум – это та шнилапка, в которой она посуду моет. Так она сейчас там? Алки со вчерашнего дня нет, а ее сестра дома! И мне кажется, она что-то скрывает! Такая же врунья, как ее сестра. Я на Машку свадебное платье мерила для клиентки, ей кто-то позвонил. Я уверена, что Алка. Они разговаривали по телефону, а Машка говорит, что нет! То есть вы хотите сказать, что ее сестра дома, да? А что вы так на меня наступаете? А ну, покажи удостоверение. А зачем тебе мое удостоверение? Затем я хочу знать, с кем я говорила. Стой! Стой! Там никого нет. Я что тут по вашему ради удовольствия тушу? Слушайте, а не рано? А, это вы так оригинально хотите спросить, который час? 12. А, точно 12. Надо запомнить. Нет, я имел в виду, не рано ли мамой становиться? Господи, да что ты ко мне прицепился-то? Как почему? Ты мне понравилась? Я даже готов жениться и детей установить. Ты Шизик, тебе не в это отделение.
Как я ошибся? Ну, если будет трудно, ничего страшного. Ма! Ничего не поделаешь. О, привет. А что ты здесь делаешь? Ну как, вот пиццу тебе привез. Здравствуйте. Пятое. Ты не забыл? Держи. Ну и девушку клею. Жениться даже обещал, представляешь? А вы ко мне? А вы Нелла Дмитриевна? Да. Тогда к вам. Ну, пойдемте. Да, пойдемте. Проходите, пожалуйста. Пойдемте. Иди, малолетний Казанова. Ну, ты словечко за меня замолви. Присаживайтесь. Клава. Спасибо. Клав, отнеси, пожалуйста, в ординаторскую. Ну, будем знакомиться. Девушка, меня Глеб зовут. Запомните, Глеб. Клавдия, как вам идет наша пицца? Глеб. У меня просто очень веселый сын. Да, я заметил. Приступим. Денисова Ксения Ивановна, 90-го года рождения. Да, это я. О, вы у нас впервые. Мой сын, кстати, тоже 90-го года. Здорово. Ну, в общем, пожаловали. С очень странной просьбой. Очень. То есть? А поточнее? Нелла Дмитриевна, ну вот вы наверняка знаете шоу Аглаи Калининой «Я женщина». Знаете? Да. Как вам? Что? Ну, шоу. Какие эмоции вызывает? Как вам сама Аглая Калинина? Девушка, Ксения Ивановна, вы пришли, чтобы провести социологический опрос? Нет, я как гостевой редактор программы хотела бы пригласить вас к нам в качестве эксперта. Или героини. А чем госпожу Калинину так заинтересовала моя скромная особа? Ну что вы, ваша персона совсем не скромная, вы делаете великое дело. Вы помогаете новой жизни появиться на свет. Кого, как не вас? Я благодарна за приглашение, но нет. Да? Нет. Хорошо, я пришла не по этому поводу. А по какому? Мне нужно навести справки об одной вашей пациентке. Мне нужно знать, кто отец ребенка. Ее зовут Анастасия Маслова, она работает со мной на телеканале в одной редакции. Да вы малолетняя аферистка. Нет. Да. Нет, это скорее эта девушка, потому что утверждает, что беременна от моего отца. Это конфиденциальная информация. Всего доброго. До свидания. До свидания. Дверь. Здесь магазин одежды есть какой-нибудь поблизости? Да. В старом городе. 500 метров отсюда. Слушай, я взяла тебе тут кое-что. Ты в отеле ничего подозрительного не заметила? Там мужик был похож на одного гада с яхты. Значит, сиди здесь, никуда не уходи. Я скоро. Круто ты смываешься. Красиво. Что? Сказал, никуда не уходи, я скоро. С вашими анализами все в порядке. Через 2 недели приходите на... Повторяю! Отлично. Меня зовут Глеб, а тебя? С какой радостью мы на «ты»? Пока с маленькой, но, как известно, из маленьких радостей можно складить вполне приличное счастье. Ну так и сколачивай, я тут при чем? Для моего приличного счастья не хватает одного твоего имени, о прекрасный незнакомый. Рыба прилипла. Ты меня утомил. Иди работай, пицца остынет. Она уже остыла. Итак, дверь, имя, фамилия, отчество.
Ну куда же вы? Может, фото на память? Пожалуйста. Или позвоните 937-9992. Я буду ждать. Пожалуйста, звоните. Мне. А глаза ее синие-синие. Саботочка. Оп, пожалуйста, простите. Молчу. Молчу. До свидания. Здорово. Аглая Калинина собственной персоной, а вы с юмором. Я как-то болел с недельку, классил канал, и там вы недосягаемая такая. И вот вы. Ого. Ну и как? Программа? Ну, maybe... Может быть, и все. Его зовут Глеб, из его уст звучит похвала. А критика звучит как отстой, жесть, залипуха. А ее зовут Ксения, она толковый словарь. Ой. Вот. Весело тут у вас. Может, поедем ко мне, устроим романтик? Свечки зажжем, ужин приготовим, вино выпьем. Нет, Аглая. Я с твоим Глебом познакомлюсь. Я не против. Поехали. Моим Глебом? Да я этого шизозу вообще не знаю. Ладно, не ври. Мы знакомы уже целых 2 часа. Мы не знакомы, это ты ко мне прицепился. Вот видишь, мы уже на «ты». Знакомая, она все врет. Все, голова болит. Давайте, кто со мной, поехали. Конечно. Поближе познакомимся. Познакомимся поближе. Слушаю. Аглая, ты? Аглая, я. Вы кто? Это Лидия Николаевна. Потехина. Откуда у вас мой телефон? Остались еще кое-какие связи. Что вам нужно? Мне нужно повидать тебя. То, что я хочу сказать тебе, не по телефону. Подъехать можешь? Нет. Адрес забыла. Забыла. Все забыла. Напрасно. Я плохо чувствую себя последнее время и хочу, чтобы ты... Лидия Николаевна, вы не могли бы мне помочь? Деньги? Сколько? Мне не нужны деньги. Тогда что? Помните, вы рассказывали, что можете помочь мне с абортом. Но ты должна дать мне обещание, что ни одна живая душа не узнает об этой истории. Никогда. Я не хочу, чтобы вся эта волокита отразилась на жизни моей семьи, слышишь? Я не потерплю, чтобы пострадал Юра. Только помогите. А еще я отлично готовлю вермишель и омлет. Отлично, я присваиваю тебе 3 мишленовские звезды. Все 3? Это значит, что... Ничего это не значит, но просто было бы неоригинально вот так вот закончить наше знакомство. Я накалю эти звезды на груди. Послушай, милый, у нас все будет. Впереди. Муа. Муа. Удачи. И вам не хворать. Клоун. Отправила. Может, возьмем его с собой? Он смешной.
Ну, это твое решение. Глеб! Давай, запрыгивай. Скорее. Сэр, да, сэр! Вы ни разу не пожалеете о своем выборе. Мадам, позвольте. Благодарю. Можем ехать. Молодой человек, извините, да? Пожалуйста, а можно ваш телефон? А зачем? Вы не поверите, позвоните. И так экономишь на звонке? Да ничего я не экономлю. Меня муж избил, я вот вылетела, в чем была, видите? А почему халат отельный? А, так, понимаете, это первая брачная ночь. Сначала цветы, любовь, шампанское, вот, потом побои. Я еле ноги унесла, честное слово. Ну, вот, не верите, вот, посмотрите. Посмотрите, посмотрите. Почему ты за него замуж выходила? Бабло? Оно. На. Спасибо, я очень быстро. Секундочку. Только верни. Думаю, дело, все документы собраны. Да, все. Да, слушаю. Привет, это я. Что ты молчишь? Алло. Ты меня слышишь?
Алла, ты где? Ты был прав, он деспот. Избил меня сразу после свадьбы. Я еле от него сбежала. Вот, молодой человек, как вас... Вахтанг. А, Вахтанг. Вот добрый молодой человек сразу мне дал свой мобильный. Алла, какая свадьба? Ты что, пьяная? Какая я пьяная? Я не пьяная. Алла. Я избитая. Вахтанг, минуточку сейчас. Привет. Привет. К шафу вызывала? Тебе помочь, пожалуйста. Слушай меня внимательно, меня чуть не убили. Я в сквере на Чачавадзе, забери меня отсюда, только очень быстро. Очень, понял? Меня понял или нет? Понял. Лечу. Ты одна? Да. Только никому не говори, что я жива, слышишь? Это что еще за новость? Ты хочешь, чтобы меня все-таки убили, да? Через сколько ты будешь? Через 15 минут я у тебя. Привет. Что там с яхтой? Разбираемся. Удачи. Нина Зурабовна, можно? Заходи. Из дела по яхте. Общался с начальником порта, пока ничего не удалось узнать. Из пропавших граждан Грузии Алла Субботина. Угу. Из пропавших иностранных граждан гражданин Испании Вадим Огнев. В разработочку. Там еще охранник был. Фото нет? Иди. Есть. Красотка. Была. И сколько нам еще здесь быть? Не знаю, надо дождаться темноты. А с ним что будет? Побудет немножко Карлсоном, который живет на крыше. Но он ведь может умереть. Час назад умереть могла ты. Но он ведь человек. У него есть мама, любимая девушка, не знаю, может, собака, которая в нем души не чает. Как тебя зовут? Добрая душа. Мария. А вас? Неважно. Какое редкое имя. Как ты попала на крышу? Неважно. Лаконичный ответ. А почему я должна рассказывать все человеку, который даже имени мне своего не назвал? Логично. Помолчим. Давайте. Ты сказал, что будешь через 15 минут, а сам где-то час шлялся. Прости, в центре, как назло, авария страшная. Что это за маскарад? Ты что, мне прямо здесь допрос устроишь? Поехали. К твоим мне нельзя, все должны думать, что я погибла. Никакой полиции. Это тебе Огнев сказал? Огнев? Это кто? Покойник с яхты. А он? Он, гад. Он пошел мне за платьем, а сам не вернулся. Гад!
Дия, а что, если его убили? Тихо. Я тебя очень прошу, забери меня отсюда, пожалуйста. Тихо. Помоги мне, только никому ничего не говори. Если я тебе хоть кашку дорогая, я очень прошу. Обещаюсь, пожалуйста, Дия, пожалуйста. Обещаю. А пока к маме тебя отвезу. Аллочка, чего? Любимая моя. Хотела бы я тоже так сказать. К маме поеду. Мастер-шеф, а на завтрак ты что готовишь? А завтрак я обычно просыпаю и приготовить ничего не успеваю. Приходится фантазировать из подручных средств. Ну, делаю там штук 15 бутербродиков с икрой, открываю бутылочку Дом Периньон. О, кстати, я предлагаю, друзья, поднять наш с вами гемоглобин. Так, выдышь. Нет, я пас. Я тоже. Аглая. Ну, значит, буду оздоравливаться в гордом одиночестве. Аглая, это уже вторая бутылка за сегодня. Так, Аглая. Говоришь, медицинский ты бросил? Да, к величайшему разочарованию моей матушки. А кто у нас матушка? О, крутейший врач-гинеколог и эндокринолог в придачу. Кстати, ее пациенты боготворят, ну как, не знаю, вас, телезрительницы. И что же, при такой крутейшей матушке ты все-таки решил не становиться врачом? Я не серьезен для врача. Очень эмоциональный, падок на чувства. Да. Ну да, разносчик пиццы – это именно то. Очень серьезно и очень эмоционально. Во-во-во. Ладно, ладно, ладно. Не, ну правда, я скорее не знаю, какой-нибудь артист, актер или… телеведущий. Испугались? Чего? Ну как чего? Я могу отбить ваш клип. У тебя еще на молоко… У тебя еще на губах Дон Периньон не обсох. Слушайте, а мне с вами весело. Нет, правда, как-то очень комфортно. А с Ксюнделем тебе, значит, не весело? Печалька. Нет, в Ксюшу я влюбился. Это другое. А, оригинально. А ты шустрый. Аглая, слушайте, а возьмите меня к себе на работу. С кем? Генеральным продюсером, так, да? Так, девочка, подожди, взрослые разговаривать, не мешайся. Серьезно, ну, например, не знаю, ассистентом или администратором, для начала. Ну, правда, я способный. У вас программа, конечно, не самая отстойная, но покреативить не мешало бы. Знаешь, ты говори-говори, да не заговаривайся. Что я такое? Я помогла тебя взять на работу, но, может быть, будешь кофе мне пока варить? Или Ксюшке помогать? А то с нашими унылыми женщинами, не знаю, как-то… Да. Аглая, ты что, серьезно? Аглая. Я еще раз повторяю, не звоните мне больше никогда. Еще один звонок, и я просто буду вынуждена обратиться в полицию. Не хочешь говорить со мной, с тобой свяжется мой адвокат. Адвокат? Вы серьезно? Вы потащите меня в суд из-за того, что я не хочу разговаривать с вами? Лидия Николаевна, вы меня, конечно, извините, но мне кажется, вы выжили из ума. Твоя знакомая звонит. Алло. Нелла Дмитриевна, мое почтение. Привет, сын. Я еще на работе. Предлагаю сварить пельмени. Не, мам, спасибо. Я норм, правда. Честное слово. Желудок в порядке и уши тоже в шапке. Слушай, у меня для тебя тут новость есть. Меня только что позвали работать на самый главный канал страны. Представляешь, честное слово. Мам, так долго уговаривали, я и согласился. Подожди, ты не шутишь? Мам, какие шутки. Слушай, барабанная дробь и сама Аглая Калинина. Ты же от нее фанатеешь, да? Нет. Ну хорошо, не от нее, а от ее передачи. Нет. Алло, ма. Алло. Этого не может быть. Представь себе, может. Все, целую, люблю. Пока. Давай до вечера. Какое же ты все-таки трепло. Дерзай. Ксения, я чувствую, что начинаю тебе нравиться все больше и больше. Нелка, ты здесь? А я уже у тебя дома была, там никого нет. Нет. Зачем? А если бы Глеб был дома, начались бы расспросы. Кто, зачем, почему? Я когда-то вам не платила. Вот, кстати, деньги ваши, заберите. Не кричи.
Мне рассказать тебе надо кое-что. Это мне надо кое-что тебе рассказать. Скоро мне не будет надобности тебе платить. Нелочка, ты уже все знаешь? Прости меня, дура. Я ведь не специально. Что не специально? Деньги из меня тянете 20 лет, так от судьбы ты не уйдешь. Ты про что? А то, что Глеб каким-то образом попал к Калинину и теперь будет у нее работать. К нашей. Смешно звучит. К нашей. Если бы мне кто-то сказал, я бы никогда не поверила. Не, ну почему за все, что я делаю, мне приходится харкать кровью? Мужья дерьмом оказались. Думал, матерью счастливой побыть. На тебе бесплодие. Глебку Бог послал. Через какие испытания. Помнишь, какой слабый был? Каждый год воспаление легких. Только вытащил. С третьего этажа упал. Полгода на вытяжке лежал. В лучшей школе учился. В институт запихнула. Работала как проклятая. Денег-то всегда не хватало. От тебя откупаться. Чтоб ты, жадная твоя душа, не пошла к этой звезде. Или старухе ничего не рассказала. И так в вечном страхе. 20 лет. А теперь Надя Калинина. Сына. Умного, красивого. А главное, взрослого. Нелка, ты чего? Забирает. Я первый раз слез твои вижу. А ну перестань. А деньги чего брала? Сама ведь знаешь. Муж алкоголик, горячечный. Дочка проститутка, двоих привела, неизвестно от кого. Все, что Нелька, все на мне. Одень, обуй, налей, накорми, а тряпка я что? Что я заработаю? Я никому ничего не скажу. Никогда. Спасибо. Все. Глубокий вдох. Не дыши. Ну вот, Ирина Сергеевна, сегодня я вами доволен. Одевайтесь. Дыхание хорошее, все в титрах. Спасибо, Никита Сергеевич. Только вот понапрасну ваше время забрала. Вы уж извините. Ир, ты становишься кокеткой. Это вы о чем, доктор Шумаков? Как бы кощунственно это ни звучало, но я бы хотел, чтобы поводы для обращения ко мне у тебя возникали как можно чаще. Это вам, значит, моих астматических приступов побольше подавай. Ну, будем считать, что это черный юмор. Слушай, в больнице ночью так спокойно, тихо, как в пансионате. Спешишь? Нет. Но кофе с тобой пить больше не буду. Почему? Потому. Потому что ночь, Никитушка, и возраст. Боюсь, не усну. Ну хорошо, кофе отменяется. Но почему бы не прогуляться у фонтанов? А действительно. Почему? Переодевайся, жду тебя в коридоре. Ха-ха-ха.